пасхальные дни народные гуляния проходят в Уфе. Так, в торговом центре «Меркурий» проведен городской праздник с ярмаркой и большим концертом, который посмотрели сотни горожан. Митрополит Уфимский Стерлитамакский Никон вместе со священниками из разных храмов города осветил крашеные яйца и куличи. О праздничном мероприятии подробнее в сюжете видеослужбы Уфимской епархии. Разделим же радость о воскресшем Спасителе нашем со всеми, кто нуждается во внимании и заботе. Так нас призывает святейший патриарх Кирилл. Разделим эту радость с больными, пожилыми, страждущими, унывающими, томящимися в темницах, лишенными средств и крова людьми. На первом этаже торгового центра развернулась масштабная пасхальная ярмарка. На ней за минимальное пожертвование, которые пойдут на помощь детям из многодетных семей, престарелым и инвалидам, все желающие могли приобрести иконы, пасхальные яйца, игрушки, поделки воспитанников воскресных школ. Смогли также верующие поклониться привезенной сюда иконе с частицей мощи святой блаженной Матроны Московской. Затем на улице послушали праздничный концерт. Городской пасхальный праздник до этого никогда не проводился. Руководство торгового центра «Меркурия» совместно с нашим владыкой, митрополитом Никоном, пришли к такой идее проведения городского пасхального праздника, когда верующие могут прийти, поучаствовать в этом событии. В праздничном концерте приняли участие такие музыкальные коллективы, как «Светлая Седмица», хор Кирилла Мефодиевского храма, а также авторы-исполнители. Отец Максим Карабицын и протоиерей Виктор Иванов выступили перед собравшимися и ребята, представившие уфимские воскресные школы. Все поздравляли с Пасхой пришедших на праздник людей. Такой масштабный праздник проводится уфимской епархией совместно с торговым центром «Меркурий» впервые. На праздничное действо горожане пришли целыми семьями. Так сюда прибыли уфимцы, взявшие под опеку и усыновившие приемных детей. Также приехали люди с ограниченными физическими возможностями, представившие башкирское отделение Всероссийского общества инвалидов. Все желающие смогли получить раздаточные материалы, в которых рассказывалось о значении праздника Светлого Христова Воскресения. Но мы ожидаем около 5000 гостей, как минимум. Вот. А цель, конечно, устроить праздник для всех. В Орджоникидзевском районе это единственное место, где проводятся такие праздники. Праздновать Пасху православные будут на протяжении 40 дней. В эти дни в Уфе пройдет еще немало праздничных мероприятий. Например, самых маленьких уфимцев порадуют веселыми игровыми программами. Продолжатся и благотворительные ярмарки. Так в этом месяце планируется провести масштабную благотворительную ярмарку в Спасском храме города Уфа. Анна Аксенова, Эмиль Ахмадеев, видеослужба Уфимской епархии.